Всем привет, дорогие друзья! Решил вам показать новую YouTube Relancer, которая недавно вышла. Давайте посмотрим, как он выглядит. Так, значит, вот таким образом он выглядит. Смотрим версии. Настройки давайте. О, приложение. Версия 18.16.37. Да. Последняя версия Relancer. Он выглядит таким образом. Да, я предварительно, значит, настроил Shorts, меню, подписки и так далее. Через настройки, значит, Relancer Extended, то есть вот Shorts. Повключал, то есть включается он таким образом. И он потом появляются такие штучки. То есть вам надо навигацию сделать, шотс добавить и плюсик добавить. Вот. А вот тут вот таким образом. Давайте посмотрим, что у нас тут показывает. Так, что-то закрутился. Сколько сегодня стоит жилье в Кыргызстане, особенно если вы прилетели из России? Я решил посчитать и вам рассказать, сколько денег я потратил на жилье вот за эти 3 месяца. Первой моей квартирой была та, из которой нас выселили, ее мы снимали роб. Так, вот смотрите, значит, лайки, описание, поделиться, ремиксер я включил. Вот, так что ссылку я добавлю в описание. Вот видео, авто можете, смотрите, показывать. Сколько мегабайт для скачивания, так далее, так далее. Давайте посмотрим. Тест, да? Спросите. То есть сейчас будет слова. Я свободен завтра. I'm free tomorrow. Ну, вот таким образом. I'm free tomorrow. Шорты есть. И так далее, и так далее. Ссылку я добавлю. Я перезвоню тебе через минуту. Ссылку я добавлю в описании.